Да, ребята, здорово, здорово, всем привет, всем привет. Здорово. Здорово. Завтра бой, короче, ребята, в 13:00 по московскому времени на моем перископе будет прямая трансляция. Билеты, к сожалению, не будем продавать, да и времени нет, ну и как бы ни к чему, да. Вот, так что посмотрите все это дело в прямом эфире на моей трансляции в перископе. Поэтому подпишитесь обязательно, кто еще не сделал это, обязательно подпишитесь. Будет 3 раунда по 3 минуты. Будет кикбоксинг. Значит, регламент боя уже утвержден. Ждем Шилова, то есть завтра он прилетает. Соответственно, все это дело пройдет в Горпро у Родиона. Я так понимаю, Шилов будет со своими секундантами. Будет рефери, будет судья. Ну, как положено все, ребят. То есть будет абсолютно такое спортивное мероприятие. В общем, завтра все это дело можете увидеть на моем перископе. Подпишитесь, оформите подписку. Вот. Точно так же будет трансляция на Твиче вместе, ну, на моем Твиче вместе с Максом. Макс будет ведущий. Вот. Все это дело пройдет завтра в Москве, в Горпро, у Родиона. Вот, Симона красавчик. Короче, ребят, но еще раз говорю, для чего я это делаю, я объясню. Я еще раз говорю, я мужик, я ничего не боюсь, абсолютно. Мне не понравилось то, что Шилов прикрывается детьми, детскими домами и выставляет меня в этой ситуации идиотом. Мне это реально не понравилось, я в этом видео все как бы сказал. Поэтому посмотрите ролик на моем канале, ролик уже вышел. Там я как бы все объясняю и разъясняю, вот. Так что вот такие вот дела, ребята. Всех завтра жду на моей трансляции в перископе. Начало будет в 13:00 по московскому времени, может быть, чуть раньше. Вот, будет захватывающее зрелище. Как мне кажется, все будет, ну, в рамках спортивного мероприятия. То есть, еще раз говорю, там никто ничего никому там орать, кричать, как в Кемерово, не будет. Все будет абсолютно спокойно, нормально, по-спортивному. Так что всех завтра приглашаю на мой перископ и на Twitch. Twitch, ссылка есть под любым видео у меня на канале в описании. То есть можете пройти, посмотреть и, соответственно, подписаться там и посмотреть завтра трансляцию. Макс приедет чуть пораньше, то есть для того, чтобы настроить всю аппаратуру, там камеры поставить. То есть вся эта тема будет завтра у нас настроена. Значит, еще раз говорю, ребята, это абсолютно мое желание в этой ситуации просто не уподобляться человеку, который прикрывается детскими домами, там, не знаю, детьми, короче, ребят, но это вообще не моя тема. То есть поэтому я принял бой и сделал такое видео. Поэтому вот Шилов завтра, я так понимаю, что он билеты взял, мы его ждем, здесь будет движуха, короче, серьезная. Вот, так что ждем вас всех, да. Все, ребят, в принципе, я вам все сказал, все новости. В Москве хорошая погода, немножко подморозило. Жду вас всех завтра на моем перископе и на моем Твиче. Все, ребята, чао, пока, скоро увидимся.